Итак, всем привет, ребята! В этом видео я хотел бы рассказать о двух новостях, которые в последнее время у меня появились. Одна из них хорошая будет, вторая, ну, плохая, да, скорее всего, все-таки плохая, но не очень. И начнем мы, конечно же, с хорошей новости. Наконец-то мой Twitch-аккаунт разбанен. Спустя полтора года я снова вернулся на Twitch. Могу там стримить, могу появляться у других на потоках. Это просто космическая новость, я до последнего момента прям не верил, думал, блин, ну, не может такого быть. Но реально, меня разбанили, я подал апелляцию, мне ее одобрили, всего я отсылал где-то около 4 апелляций за полтора года. И вот последняя, как раз таки мне повезло, и меня разбанили. Вот, так что стримы начинаются, кстати, завтра, в субботу. С 10 часов также буду стримить, как и раньше, с 10, там, до 3, до 4. Поэтому всех вас жду. Также YouTube канал я забрасывать не буду, на нем будет у меня нарезки, получается. Лучшие моменты, нарезки со стримов, так что заходите, смотрите, подписывайтесь на него тоже, потому что все-таки на YouTube много подписчиков, много зрителей, не хочется их бросать, ну и к тому же все равно нарезки куда-то надо девать. Вот. Ну и вторая новость у меня... Довольно-таки, ну, неприятная, но благо она временная. Меня лишили партнерки, я теперь не партнер Твича. Поэтому в ближайшее время сабов у меня нету платных. Чего у меня еще нету? А, ну для вас только платные сабы и смайлики, да. То есть у меня они остались, я их могу кидать в чат. Вот, они у меня есть. Но купить их за 5 баксов уже не получится. Но сказали, что это все как бы не навсегда, то есть если все будет хорошо с моим каналом, никаких там жалоб и так далее, то возможно мне дадут еще один шанс на партнерку и все будет как по-старому. Вот, так, что еще хотел сказать? Еще хотел поблагодарить людей, которые меня смотрели на протяжении этих полтора лет, или полтора года, ну короче неважно, полтора лет. Полтора лет на ютубе, я понимаю, что вам было дико неудобно постоянно заходить на YouTube, делать там аккаунт, у кого-то вообще его не было, чтобы посмотреть всего лишь меня, да, и это мне очень приятно, честно. Спасибо, что поддерживали, и, конечно же, хотел поблагодарить вот этих людей, которые, ну, аккаунт Donation Alert у меня заблокировали, потому что он был привязан к Твичу, и пришлось создавать новый, то есть этот аккаунт у меня был создан только для YouTube, то есть Twitch на нем не стримил я, когда на Твиче у меня был другой. Вот, и люди меня за полтора года очень сильно поддержали, я, конечно, тоже им выражаю просто огромную благодарность. Сет, Юрий Крит, Миша, Андрей Сливкин, ХДКК, Дэзи Сан, Пиздабол, Сет Визер, это один тот же человек, Андрей Сливкин тоже, так, член и глава, Вортус. Полистай, ребят, потому что действительно эти люди достойны уважения, надо им уделить время, потому что... Не каждый все-таки поддержит в такую минуту, ну, как, блядь, на другом еще канале. Я в шоке. Карасик, Югона, Рамзану, Анониму, Марку Пикалову, Седрику, Ливу, Рамзану, Кабанчику, Вове. Хотя Вове можно, в принципе, благодарность не кидать, потому что все-таки он мне гадости писал постоянно. Но тем не менее, 3000 накидал, да. Спасибо тебе, Вова. Хоть ты не очень. Дока, Мубот, Борис Животное, аккаунт Name, Old, Фантом, X-Red, Стефан, Хелмар, Эдик Вов, Road to Некромант, Сиротка, Блэкет, Дрэнс, Сергиус 94, Казахский Головач, Нави, SF в меду от Головача, Ви Феникс, Бизин, Самодонат, Виталик, Выпердыш, Настоящий Олд, Пиздабол Капсом, Бибип, Фантом, Дядя Толя, Анельма, Унельма, Вася Ворон, Рубинатор, Контрол Альт, Мирал, Шемпель, Чувирва, Умный Ансап, и Энч 316, 1, 2, 3, кого, Алексей. Ну, остальные я, наверное, скину все-таки в описании, все никнеймы я добавлю, постараюсь как можно больше это сделать. Не пожалею времени. Ну а всех вас жду, я на Твиче. Потоки теперь будут там, как и раньше. Надеюсь, все будет хорошо у нас. Всем пока.